Джек, ты здесь? А там что-то, по-моему, с подливы чем пошло. Дорогие друзья, всем огромный привет и добро пожаловать в Christmas Nightmare. Сегодня будет страшно, сегодня будет весело, сегодня будет интересно, как обычно. Загружайте свой царский королевский лайк, оформляйте подписочку на канал и давайте начинать. О, смотри. Опа-на, ну отлично, запускаем фул. Давайте, давайте, пошел фейерверк новогодний. Опа, полетела первая. Ага, вторая. Если слушай сюда, если ты украдешь еще хоть один целый лют, мы надерем тебе задницу, умник долбанный. Ты думаешь, что можно просто украсть чужие салюты? Мы специально купили их и разместили перед своими домами, чтобы вы... Ну, как говорится, с самого начала игры я уже какие-то неприятности себе нашел. Запустим еще пару салютиков и побежим просто отсюда, пока мне не втащили. Устал на работе, просто хочу взять Певчанского из холотоса и расслабиться на диванчике. Ну, стабильно, стабильно в целом. Нет, пиво кончилось и продукты тоже, черт. Из-за этой дурацкой работы я совсем забыл про праздничный ужин. Нужно сходить в магазин, напишу-ка я список. А вот и магазин, как хорошо, что он не сильно далеко от дома. Ну, хотя бы подышал свежим воздухом. Да уж. Етить его в корень, а чё у вас так машин-то замело? Просто их просто теперь не оторвешь зубами от земли вообще. Что это? Чё тут происходит? Джек, ты здесь? А там что-то, по-моему, с подливы чем пошло. Что произошло? Сука, я не могу просто, блин. Так, там... Ну там плотненькая пошла. Что случилось-то, Господи Иисусе, я мышку выкинул. Что произошло? А что было-то? Я пропустил что-то все, я просто обосрался от этого, от звука. А, так, что? Подожди, список задач, взять бутылку пива на столе. Ну, естественно. Как же Новый год-то без пива? Ура, пришло время расслабиться на диванчике и посмотреть телек. Погнали. Ага. Ну вот и начинается какая-то хероборина. Да вот знаешь, вот как будто бы сейчас тебе нужно думать не на о новогодней елке, а, блин, просто о том, чтобы сбежать из этого дома как можно быстрее. То есть, ну, как бы, да, вот я бы, если бы кровь на полу увидел просто, я бы как бы, ну, первое, что сделал, это бы уже пятками сверкал из этого дома. Добрый день. Вы кто, молодой человек? Это что? Опа. О, новогодняя елочка, спасибо. Какая лепота, ты смотри. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что тут у нас стоит. Добрый вечер, мужчина. Так, хочешь, чтобы новогодние огни снова горели? Отгадай загадку, где всегда холодно и зимой, и летом. В твоем сердце. Ой, ладно.
Так, стоп. Где всегда холодно зимой и летом? Я не понимаю. На улице? А, на улице. А, нет, ну подожди, почему на улице-то? Не, на улице. Не, на улице мне не надо. О, ну да, самое время поиграть на пианино, естественно. Естественно, конечно. Ладненько. Так, еще раз, давай-ка. Где всегда холодно и зимой... А, под холодильник, идите его в корень, я же его открывал, подожди. А, реально, вот же предохран... Осталось два, я так понимаю, меня зовут, да? А, да, за... Ну ни хрена себе ты застроился! Хренов ты фортнайтер! Нужно найти что-нибудь, чтобы сломать доски. Сейчас нормально, нам там подготовили все. Вон. Я слышу, нам готовят там уже вовсю. Ну что началось? Ты тут шалить начал опять у меня, а? Опа. Кто бегает тут, я не понял. А я не понял, кто тут у меня расхаживает, а, вовсю? А ну-ка. А ну-ка, все. Ой, добрый вечер. Кто тут действительно? Вот у меня такая же реакция. Нахаживает тут, расхаживает, разговаривает вовсю. Похоже, у меня проблемы с головой. Ну что ты там забулькал, а? Ладно, до свидания. Кажется, кто-то стучит в дверь. Кто это может быть? Действительно, это может быть все, все что угодно уже. У нас тут кого только не было. И клоуны какие-то бегающие, еще какая-то шляпа. У меня дверь не открывается, я что должен сделать? А, не в эту дверь, что ли? О, здрасте. Ты еще кто такой? Слышь, Шкет, ты что здесь делаешь, а? Ты что тут забыл? Тебе что надо от моих продуктов? Я сегодня только в магазин купил на честные деньги, заработанные их... Кто-то водочку наливает, походу. Опа, алло, алло. Алло, 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 добрый день. Алло, здравствуйте. Не понимаю, где. А, здравствуйте, добрый день. Я вас слушаю. Можете не пукать микрофон, можете что-то конструктивное сказать, пожалуйста. Ага, ага. Ага, ага. Понял. За этот, за телефон не заплатил, деньги на счет не положил. Ванна тебя ждет подарок. Опа, опа, кулиса наша сейчас откроется, сейчас занавес, сейчас мы прозреем, ребята. Мы так долго за... Опа-на, добрый день. Еще одна елочка, блин, спасибо огромное. Так, подожди, а в ванной еще один подарок, а предохранитель там мне можно? А, спасибо, спасибо, молодой человек. Благодарен. Ну кто ты? Ну что тебе надо-то от меня? Бегай тут, носится. Не бегай по дому, а? Че ты вот беспокоишь и меня, и вообще всех других жителей, кто тут живет? А где тут выключатель? А, вот он. Действительно! Кто мою елку стырил? А ну-ка, признавайтесь. А вот, ее упаковали уже. Че ты рано елку-то упаковать собрался? Ты виноват, но ты можешь все исправить. Просто сделай это. Ну не вопрос. Ох ты, идите его в корень. Что происходит? У меня телек загорелся, ребята. Звони, звони этот. 911-822-237. У меня... Идите его в корень. Что происходит? Бежать из дома надо. Бежать. 100% инфа. Бегу из дома. Дверь не открывается. Заперли, заперли нас. Что делаем, ребята? Непонятная ситуация пока что. По-моему, там... А, вон, меня приманивают, все, вижу. Вижу, вижу. Здорово. Так это ты по дому бегал, а? Ну-ка, дай я тебе сейчас по попке шлепну. Как думаешь, Конор, ты был хорошим мальчиком? Сейчас будет скример смачный, стопорс. Опять связь с космосом пошла. Сделай это. А что я должен сделать-то? О-о-о-о, здорово. Это был просто сон. Очень страшный сон.
Ну, я бы после такого сна больше бы не спал, наверное. А ёлки-то у нас нету. Позвонить Эрин. Меня смущает то, что ёлки у нас нет. Вот это вот я не понял вообще этого прикола. Да что ж вы за связь-то не платите? Ну, ребята, ну, блин, ну, пару рубликов-то можно же положить, я не знаю. Все, в принципе, хоррор у нас продолжает, судя по всему, да? Так, куда Я вот задаюсь тем же самым вопросом. Вот ты как этого сразу-то не заметил, я не понимаю. Ну... Ну, это просто соседи прикалываются. Ну, что ты тоже? Ты вон... Зачем фейерверки их запускал, а? Объясни. Хотя это я запускал, но... Виновата ты, я-то тут при чем? Вообще. Опа, инопланетянин наш. Ну, чё ты тут, а? Ну-ка, дверь открыл. Я тебе чё, право давал закрывать дверь, что ли? Бро, ну уже не смешно, я тебе говорю, хватит по дому бегать. Вот что ты тут вообще гонки-то устроил какие-то, а? Здрасте. Сюда подошел, я тебе сказал. Это мне подарочки. Это мои подарочки, ребята. Какое счастье. ТВ, Дед, Френд. Френд? Тан-тарараран, тан-тан-тан-тан-тан. Только ты можешь прекратить это. Ты знаешь, что нужно делать. Там-там-там-та-та-та-та-там-там-там-там-там-там. Задолбал ты мне зажигалку тушить. Я ее что, для тебя что ли включаю? Пам-пам-пам-парарарам-пам-пам-пам-пам. Это Новый год. Ты можешь просто загадать желание. Я хочу, чтобы все было как раньше. Парарарам. Вот, блин, это был чертовски странный сон. Похоже, что мое подсознание хочет мне что-то сказать. Похоже, пора бросать пить. Хорошо, тогда мы скоро будем. Так, Конор, собираемся, поднимаем свою жопу с дивана. Я люблю тебя. И начинаем готовить. Шишель-мишель, стол накрываем, елочка у нас есть, подарки там валяются где-то в подвале, по-моему. И все, и поехали. Угу. Ну что ж, ребята, снова вместе. На этом прекрасном моменте, под такую прекрасную музычку мы на сегодня закончим. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях, как вам этот хоррор. В принципе, прикольный. Такой, знаете, лайтовенький, легенький. И в Стиме игрушка стоит всего 200 рублей, поэтому, ну... попугаться и одновременно получить новогоднюю атмосферу, в принципе, дело хорошее. Что ж, я жду ваших царских лайков, подписочек на канал, опять же, комментиков. Всем огромное спасибо за просмотр, я что-то получаю, надеюсь, вам понравилось, да. Вот, мы, как обычно, увидимся на следующей неделе. Всем удачи и всем пока.